Новый проект в рамках программы «Корни травы» реализовало посольство Японии в Беларуси, на этот раз в Могилеве. Одна из поликлиник города получила грант на приобретение современных диагностических аппаратов. Они позволяют как можно раньше выявлять у пациентов опасные заболевания. Оборудование портативное, что позволяет проводить выездные обследования. Наш корреспондент с подробностями. С этим аппаратом УЗИ Ольга Королева уже знакома. Недавно в ее поселке под Могилевом врачи проводили выездную диагностику. У Ольги нашли изменения в щитовидке. После курса лечения девушка пришла на контрольное обследование. Вот это УЗИ, как мне сделали, было очень своевременно, потому что я бы сама еще очень скоро бы доехала до поликлиники, и обнаружили все мои заболевания, все это своевременно вылечилось, и, слава богу, на сегодняшний день у меня все в порядке со здоровьем. Главное преимущество этого УЗИ-аппарата – портативность. Складывается и раскладывается за минуту. В зоне обслуживания 6-й Могилевской поликлиники не только город, но и несколько соседних деревень. А еще здесь проходят профосмотры работники десятков предприятий. И если пациент не идет на обследование, то теперь обследование придет к пациенту. А чем раньше найдешь заболевание, тем проще его лечить. В основном он используется для скрининговых исследований щитовидной железы, но также мы на нем выполняем и УЗИ брюшной полости, и эхокардиоскопию также при необходимости. Еще одна новинка в поликлинике – современный проявочный процессор. Делает рентген-снимок за одну минуту вместо 30-40, как раньше, благодаря чему в коридоре не стало очередей. На модернизацию диагностической базы могилевские врачи получили $55 000. Это средство гранта японского правительства по программе «Корни травы». Ее задача – помощь людям, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Японцы хорошо понимают нашу беду. У них была своя катастрофа – Фукусима. Неприятный опыт, но все-таки это такой опыт соединяется Япония и Беларусь. За 14 лет действия программы «Корни травы» в Беларуси реализовано 36 проектов. Общая сумма японских грантов – около $3 000 000. Сотрудничество государств в гуманитарной сфере развивается. Например, японские дети уже не раз приезжали к нам на оздоровление. Существует ряд совместных других проектов в сфере медицины, образования и культуры, через которые развиваются простые человеческие отношения. Светлана Елфимова, Юрий Прокопенко, Василий Лосенков, телекомпания СТВ, Могилев.